Вітаю вас, шановні глядачі. Ми у прямому ефірі на телеканалі СК1. Це програма «Відкрита студія» і я, Катерина Домс. Україна вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. 242 дні з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року українські захисники героїчно боронили стратегічний об'єкт. За офіційними даними, у боях за Литовище загинуло понад 200 воїнів, ще 500 отримали поранення. Найбільші втрати українська сторона понесла з 18 по 21 січня, коли після підриву терміналу загинуло 58 воїнів. Сьогодні ми з вами вшановуємо подвиг кіборгів і запитаємо у них, а завдяки чому, завдяки кому вдалося вистояти. Я сьогодні з радістю представляю наших гостей. Насправді, сьогодні було складно зібрати склад гостей, адже, по-перше, кіборги розпрошені по всій країні і водночас ми хотіли запросити до нашої студії менш медійних людей, які ще принаймні ніколи не були у нас, аби розповісти їхні історії і аби ви теж про них дізналися. Тож у нас сьогодні в студії Сергій Галян, кіборг. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Також з нами Михайло Ковальчук, кіборг. Доброго вечора. І сьогодні в нашій студії Сергій Білошицький, кіборг, який вже якось заходить до нашої студії. Пане Сергію, здрастуйте. Раді теж вас бачити. Ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі. Я запрошую вас, шановні глядачі, теж долучатися до нашої розмови. Ви можете дзвонити, можете ставити свої запитання з теми, яку обговорюємо, або ж можете просто подякувати героям, які сьогодні прийшли до нас. До 2014 року слово «кіборг» асоціювався якоюсь напівлюдиною, напівмашиною. Але вже після 2014-го, після тих подій, для більшості українців кіборг – це дійсно це справжній герой. І саме через незламність духу і героїзм сепаратисти таки назвали вас кіборгами. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає ось це слово, це поняття «кіборг»? Що стоїть за цими словами, пане Михайле? За цим словом стоїть, як вам правильно сказати, людина, яка незламна. Ви прекрасно всі розумієте, всі бачили і фільм про кіборгів. Як нас не питалися не знищити, не вбити, але ми вижили. І бетон упав, а ми видержали це все. До речі, готуючись до ефіру, не знайшла інформацію, можливо, ви знаєте, з приводу цифр, скільки взагалі у нас кіборгів, скільки людей захищали Донецький аеропорт? Об этом історію умалкивает. Если честно сказать, ніхто конкретно цифру не знає. Там же ж не одно було підрозділення. Там, приміру, не одна була 95-та бригада, там же ж куча підрозділень було, плюс віддельні батальйони були і Донбас, і там різні батальйони. Тобто ніхто цифру точно не знає. Навіть приблизно, так? Да? Взагалі, у нас 16 січня в Україні, 16 січня відзначали День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Сьогодні в Україні на державному рівні відзначають саме ось цей день. І все ж таки, якщо говорити з історичної точки зору, аналізуючи перебіг тих подій, яка це передусім дата має ось така бути? Можливо, це має бути одна дата, тому що навіть у нас, знову ж таки, готуючись до ефіру, читаємо 16 січня, десь говорять про 20, хтось вважає, що це вже 21 січня, коли остаточно було зруйновано аеропорт. 21-го вийшов север крайній з аеропорту. До 23-го ще пожарки лежалися, там Адам покойний був з своїм підрозділенням. Тобто, вважати, приймає там, у нас є кому приймати такі рішення, але все одно обратно його не вернеш, те, що відбувало. Так как оно произошло, значит, оно так должно быть. Об этом просто нужно помнить, делать определенные выводы. Поэтому мы усовершенствуемся и учимся. 5 років минуло з того часу. Як зазвичай ви ось проводите все ж таки ці дні? Сьогодні на кладбищі були. Міністр ветеранів приїжджала к нам з візитом. Матерей погибших своих увидел, друзей, пообщались, возложили цветы. В принципе, вот такими нерадостными событиями он проходит этот праздник.
Ну, це очевидь, таки не свято, це все ж таки день вшанування, день вшанування пам'яті, навіть якось святом. Да, не називеш його, я просто хотів ще сказати, що таке для мене іменно кіборг. Я можу так сказати, що там йде очищення внутрі чоловіка. От якщо ти був плохой до этого, да, то ты становился хорошим. Ты всегда со всех моментов, там все полностью определенные такие направления человека, они очищались. Ты выходил оттуда более чищим, ты понимал, что такое дружба, ты видел товарищей, ты до сих пор о них переживаешь, о погибших также ставишь свечи в церквях, потому что об этом надо помнить, передавать. Пока живы. Вот это вот то, что я хотел сказать внутри. Да, всегда был страх, он присутствовал, это нормальное явление для человека. Но когда ты его переборешь внутри, бывают такие промежутки адреналин, когда срабатывает, ты уже не боишься ничего. Вот это самое страшное. Но это тоже пережили. Поэтому, конечно, щоб більше таких ситуацій не происходило, желательно. Ви сказали, фактично, ви змінили війну, а війна змінила вас. Так, да, по суті, воно так відбувається как-то, тому що... По собі, пане Сергію, так, в 22 роки ви пішли добровольцем. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає бути кіборгом? Ну, знаєте, я би хотів додати, все-таки сама задача по обороні Донецького аеропорту, вона проїхала не на тактичному рівні, а на оперативному. Тобто ж були ще підрозділення, такі як артилерія, такі як, ну, собственно, наш тил, який поставляли і боєприпаси, ці колони, танкісти, ребята, які прикривали. Тобто це була велика операція, яка була дуже хорошо продумана. І дуже багато людей, дуже багато українців, воїнів, тобто ж вони всі в цьому участвували і вони робили свій вклад. Тому, да, ті, хто були непосередньо в терміналах, в ближайших зданнях, можливо, їм було тяжеліше, але, тим не менше, коли ти розумієш, що ти такий винтик в цій системі, яка працює добре, що за тобою є люди, і все-таки ты чувствуешься более уверенно. То, что я хотел сказать, это все-таки защита Донецкого аэропорта, она происходила большим количеством людей. Mm-hmm. И ну, о них тоже нужно помнить. Mm-hmm. Пам'ятати і дякувати тим, хто сьогодні з нами. Ну, я хочу таки пропоную розпочати все ж таки, давайте вже тоді з вашої власної історії. 22 роки ви пішли добровольцем. Коли да. Для вас особисто почалася війна, з яких подій і що змусило вас піти у військкомат? Три роки я служив контракт до війни, до Майдану. Я закінчив службу в 13-му році і паралельно я вчився в університеті. Я тоді повернувся, закінчував сесії. И с событиями на Майдане я пересмотрел взгляды на мир, собственно. И после того, как уже начались события в Крыму и на Востоке, а у меня оставалось очень много друзей, сослуживцев, и даже с первым объявлением тревоги мне звонили, то есть со мной постоянно делились. То есть с первых дней я, ну, я уже не был в покое, то есть я постоянно следил. Я просто уточню, вы родом з Черкас, правильно? Ви де ви народилися? В Германії. А ви народилися в Німеччині? Так. Да. Потім переїхали до України? Так. Да. Ви ж скільки вам було років? В Україну я переїхав у 2004 году. В Германії жив пару лет, потом в Грузії. Ну, отец просто був воєнним. Ваш батько теж військовий? Так, да, бивший. Угу. Вже звільнився? Так. Да. І в Україні я з 2004 года. 2004 року? Так. Угу. Ну и после, в августе 2014 года, я пришел в военкомат и, собственно, вернулся в свою бригаду, в 2-й батальон, и там продолжил службу, и сразу поехал в зону АТО. Угу. Мне надо было пройти трехмесячную подготовку, но так как все меня знали, и я попросил кадровика, я сразу, так сказать, с первой возможностью попал в зону АТО к своим друзьям. Угу. Лего. Угу.
Для вас ось це внутрішнє таке своє переконання, ну це почалось з подій Майдану, правильно? Коли вже почалася антитерористична операція, ви теж не могли спокійно за цим спостерігати, і вже в серпні, правильно, ви пішли добровольцем до військкомату? Да. Вас відразу направили в зону АТО? Да. Я попросив, ми по просьбі. Тобто якомога швидше ви хотіли? Да. Чи знали ваші рідні, куди ви йдете? Ваша мама живе у Черкасах, правильно? Да. Ви тут у Житомирі навчалися на той момент? Не, навчався в Черкасах. Я служив, я тоді вернувся в Черкаси, і я територіально знаходився в Черкасах. Ага. Да. Матері я своїй сказав, що мене призвали, але мене призвали во Львов. На Западну Україну, і там я буду проводити тренувку солдат. Угу. Ви зазначили той факт, що ваш батько зараз звільнився з лав Збройних сил, він служив в армії Російської Федерації на той момент, правильно? Да. Він кадровий російський військовий, він знав, куди ви йдете? Ні, він не знав. Ми не особо спілкувалися до цього, але коли случились события на Майдані, і після ми дуже мало спілкувалися, тому що я одразу зрозумів, що у отця взгляди немного інші. Да, і ми не говорили, я йому теж не говорив, він вже узнав там последствия від моїх рідних. Що сказав після? Як відреагував? Наверное, плохо. Он говорил, мол, что я не хочу, чтобы мой сын был пушечным мясом, и зачем ты туда поехал, но, собственно, меня отец так воспитал, если я дал присягу, я должен ее выполнять. Я обещал защищать украинский народ, и поэтому я туда поехал. Так что моя совесть чиста. По собі, ми до вашої історії ще повернемося. Пане Михайло, хочеться почути вас. Ви перед ефіром розповідали, чим ви займалися до війни. Розкажіть, будь ласка, про це нашим глядачам, де яким ви працювали. Ну, скажімо, до 2004 року я служив в армії. 95-й бригаді, прапорщиком, ушов, попав на нашу житомирську фабрику кондитерську. Я там працював лічним водителем, замдиректора. Ушел с кондитерской фабрики и попал в Киев, возил больших людей. Вот. Что значит больших людей? Миллионеров. Угу. Да. То есть была у меня хорошая работа. У вас была хорошая зарплата. Да, у меня была нормальная работа, чистая, аккуратная. И на то время и зарплата была хорошая. Но, скажем так, приехал я в Житомир, включил телевизор, как я говорил, и в мае месяце с 95-й бригады пострадали парни. И утром я проснулся, поехал в военкомат. Меня спросили, где вы служили. Сказал 95-й бригаде. Мне сразу же дали направление. Никакой учебки, ничего я не проходил. Ну, я взял повестку, завез машину, хозяйке отдал и поехал в 95-ю бригаду. Я сразу пошел и буквально через две недели я уже попал в Славянск. Скажите, пожалуйста, ваши родные, ваши близкие, зрозуміли ваше це прагнення змінити таке життя? Ну, скажем, на те, що ви змінили, що я з 18 років воєнний. Я 2 года срочку служил, потом школа прапочка. То есть я уходил, это мечта была моего дедушки покойного, чтобы я был внук военным. Я пошел это. Они как? Они все знали, что мне повестка пришла. Когда я уже попал в Славянск, после Славянска я ушел в рейд. Ну, вы знаете, рейд 95-й бригады делал, да? Вот в этот рейд я когда попал, я всем позвонил маме, и крестник сказал, что я добровольно пошел. Ну, потом в Риге со мной связи не было 1,5 недели. То есть, скажем, тот рейд нам практически уже вся Украина похоронила. Вы слышали тогда, Жириновский кричал по телевизору, надо уничтожить 95-ю бригаду и Житомир, стереть с лица земли. Ну, если так честно сказать, мы тогда... Тяжело нам было, очень тяжело. Скажем, можно сказать, в грубой форме армия была голая и босая. Если бы не волонтеры, я не знаю, что бы происходило. Но про рейд никто не знал. На то время. То есть мы уходили, никто не знал, куда мы идем и что и нашу задачу выполняем. Про Донецького аеропорту фактично розпочалася 26 травня, так? Да. 14-го року. А ми ушли 15 или 20 июля в рейд. Ми були 24 дня в этом рейді. То есть
попали, мы были в кольцо. В этом рейде мы вытащили через реку Минюс 3000 солдат и 260 единиц техники. А сами попали в это кольцо. Вот. И нам тогда, мы брали Саур-Могилу, Степановку, там село. Много дней мы брали то Степановку и Саур-Могилу. Там, ну, жестокие бои были. Нам починили две танковые бригады, по-моему. Ну, в общем, там такое все было, там неразбериха. Ну, танкисты отказались сами идти. То есть они сказали, ваш полковник Забруцкий ненормальный. То есть они отказались. И мы пошли дальше своим ходом, то есть своими силами мы пошли. Когда мы уже выходили полностью с окружения, там уже первый блокпост был Национальной гвардии, мы выходим и... Национальная гвардия спрашивает, вы кто? Мы говорим, 95-й. Ну, то есть мы все еще не бриты, 24 дня не бриты, не мыты, ничего, машины разбиты. Вы кто? 95-й бригада. Да перестаньте, вас уже вся Украина похоронила в таком режиме. То есть, ну, мы вышли, и нормально, слава богу. Вот. А потом я в 11 октября, я сам тоже добровольно пошел, поехал в аэропорт. Ну, тоді вже в серпні так загострилася там ситуація. Так, там... так. Да, да. Як ну, тоді, ви пам'ятаєте тоді, як вас зустріло Литовище? Які тоді були дні, які емоції, враження взагалі? Когда, да, после Водяного, нас колона їхала до Водяного, от, а і колона остановилась в Водяному, і там остається вже до Республіки Мост. Дорога, і після Республіки Мост в Пєски ми в'їжджали. Тобто база була в Пєсках, от, до аеропорту. Встретили мене Пєски, я їхав зверху на Уралі, ззаді їхав БТР. Ну, звісно, там стрільба була, в БТР, там спуск такий був. Урал спустився, в БТР ззаді спускається, у нього тормоза відказали, і він в этот Урал, де я сидів. Тобто, виходить, я сидів і бронежилет, і був удар. У мене автомат, з рук випав, у водителя автомат уже випав, переїхав, все сломав. Я подумав, що снаряд попав. І я не мог зрозуміти, що це, ну, що це. Тобто, скажімо так, здравствуйте, ми приїхали. Тобто, нас там вже зустрічали. Тобто, коли колона тільки до Республіки Мост доїжджає, і там залишається 800 метрів к этому селу, там дорога смерті, дорога життя називається. Ну, вот это первый такой был. И самое интересное, мы отъезжаем, БТР, то есть остановился через моем Урал, и за счет моего Урала, дальше мы отъезжаем, Урал глохнет, то есть получается, Республика Мост мы проезжаем, Урал глохнет, и начинают сепаратисты с правой, то есть с левой стороны село Пельске, а с правой стороны, ну, поле такое, и начинается обстрел. И стоишь, ремонтируешь, другой прикрывает, и, как помню, позвонок таксист приехал на БТР, быстренько цепляет, мы в БТР прыгнули и в село так втянули. Тут та первая была встреча в Пєсках. По собі зараз буквально у нас є глядач на зв'язку, надамо йому слово, тоді продовжимо. Вечір добрий вам. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Ви знаєте, так приємно бачити гостей в вашій студії. Вони такі молодці, що прийшли до вас. І подивіться, і нам не стидно. Як кажуть, за своїх бійців, що ми любий час і заявляємо стануть і захистять. І не тільки нас, а мені кажеться, якщо треба буде, то і де їх покличуть, і там вони завжди в республіку поїдуть, то державу поїдуть. Дуже дякую вам за те, що ви у нас є такі захисники. Дякую, здоров'я вам, щастя і всіх вам благ. Будьте здорові, до побачення. Спасибі вам. Дякуємо за ці дзвіночки, за побажання. Скільки ви часу провели в Донецькому аеропорту? Я в Донецький аеропорт заходив 3 рази, а був в Пісках без виїзду 2 місяці, почти без пару днів 2 місяці. Сьогодні, згадуючи ось ці події, 5-річної давнини, що передусім згадується? Ось цей перший день, про який ви ще згадали, чи щось інше? Ну, много там было случаев, когда самое больше вспоминается, как раз у мамы был юбилей 60 лет, и в 7 часов вечера, это 25 ноября, и в 7 вечера по рации, у меня был позывной «Бешеный пес», и по рации вызывают «Бешеный пес, давай в аэропорт коробочку подбил», ну, то есть БТР подбил с парнями. Ну, вот это было самое интересное и случай такой. То есть движение без света, вот. Едешь туда, на фонарик. Да, едешь, темно, не знаешь куда, что, как, чему, приезжаешь.
цепляешь этот... Я ездил на Урале, тягачи. Цепляешь этот Урал с этими парнями. То есть бой идет, кипиш такой. Никто ничего не может понять. А в БТРе решетки были. И где вот цепляются крюки, там такие окошечко. И галстук нельзя было зацепить. Ну, галстук это, который жесткая сцепка. Угу. Надо было эту переднюю решетку взрывать. Стучать нельзя было. Бой был с всех сторон. Рядом там два танка горело. Ну, такое вот. Такие моменты были. Это один. И второй момент. Это в 7 вечера. Все, я притянул. Там нормально все. Утром опять вызывают. Бешеный пес. Давай срочно опять коробочка подбита. Наша. Я опять поехал. Ну, все нормально. Притянули. Там еще по делам мы поездил. И самое большее мне запомнилось. Мы машину я прятал. Вот дом получается. Здесь аэропорт, так? Угу. То есть ставлю БТР мы закапывали. Выкапывали. Ну, чтобы он туда эти грады не сжигали. А я свою машину прятал за дом. Все, я там вопросы решил, поездил и заехал на свое место. Типа в гараж, как мы смеялись. И там бойцы старые, все нормально, говорю, да. Я сижу, как раз связь есть на мобильный телефон. Я думал, домой позвоню. Как чуечка. Нет, лучше я выйду с машины. Выхожу с машины, дохожу до заднего колеса, два снаряда возле кабины падает, и кабина, в общем, ну все, машина в дребезги. И там, где я сидел, вот такой осколочек, как раз в шее. То есть, и я глаза открыл уже в подвале. То есть я ничего не помню. Как, что было, не знаю. Вот это такой случай. Ну, много було там случаїв. Пане Сергію, якщо так коротко, ви кадровий військовий, в 99-му році ви звільнилися, у 14-му році отримали повістку і пішли до Збройних сил України. Коли для вас особисто розпочалася війна і коли ви потрапили у Донецький рупорт? 29 ноября, в 3 часу ночі, да, ми виїхали в аеропорт. Конечно, ощущение было все в темноте, в полумраке, такое, не знаю, такое, как будто бы ты попадаешь вообще в какой-то фильм, совсем не такой, как оно должно было быть. Но ничего, усвоились, ну и в принципе до дня вооруженных сил у нас было непрерывные бои, сдача старого терминала, ну как сдача, там уже было такое, решето, там уже нечего было его даже отбивать, но все равно туда, ребята, наш еще Галяка приехал, заходил туда, оттуда, взрыв боеприпасов, подача туда боеприпасов. Ну, было такое, что вот мы с Геной Баварцем вдвоем делили полностью сутки, руководили боем, так как я менял титульного, с нами еще оставался Спартак, это парень такой тоже известный офицер, тоже кадровый. Вот он объяснил, где, откуда, как. А дальше ты уже принимаешь решение сам. Ты каждое утро обходишь, гоняешь ежиков, чтобы проверяли цепь вокруг, потому что все было заминировано, все подступы, подвалы были настолько заминированы, что наши инженеры туда спускались, приходили, говорили, там если сидеть, то надо день разминировать. Там каждое подразделение, которое было, считало, что-то себе туда надо было заминировать, потому что так надежнее люди себя чувствовали. Вот. И мы до 6 числа, там я был 6 уже, как-то случайно Комбриг вышел на связь, он стала задача на 5 дней. Уже пошли шестой день, там оно все как-то так, там дни не считается, там как-то свое измерение какое-то совсем другое было. Вот. И уже, когда он услышал, что мы еще, он сказал, дал команду командиру батальона, и мы выехали с первой своей группой. Ну, это в основном это та же группа. Там и герои Украины. Игорь Броневицкий, Север, Багдад, Турист. То есть это вся та группа, которая в крайний заезд был в аэропорт. Mm-hmm. Чтобы вы понимали. Так, ну, так получилось с течением обстоятельств. Потому что мы, в принципе, когда уже событие к 20 числам было, где-то числа 15-го, ну, поступило, я так понимаю, приказ, чтобы мы обратно заходили в аэропорт, хотя не наша была ротация, мы свою отработали, мы где-то через 2 месяца должны были заходить. И практически весь батальон Новый год там был в разъездах, в отпусках, кто куда. Ну, у меня подразделение было в районе 30 человек, которые там наводили мы себе, благоустраивались, потому что в дурдоме не было ни воды. Вот. Uh-huh.
І по тривозі ми виїхали такою групою. Ну, БК взяли на 110 чоловік. Одно, що сработало у нас. Тому в Водяному у нас перша вулиця була. Угу. В кожному домі, практично в гаражах. У мене весь БК був розфарширован. Угу. Тому що поступали вже люди. Нужно було їх вооружати. Ну, таким от путем. Пане Сергію, якщо говорити зараз, згадувати ці події п'ятирічної давності, що передусім згадується? Коли ви чуєте Донецький аеропорт? По крайній мірі, тоді... От іменно я за своє підрозділення скажу, патріотизм зашкалював просто. От іменно я для себе зробив такий вивод, що ми в житті ми не зібрані, ми не можемо якось сконцентруватися, щоб ми тут всі, кожен гребе в своїй лодці. А от іменно в стадії опасності у нас є ще от іменно в українців така слаженість, що ми діємо як єдиний організм. І ми можемо туди об'єднатися, і неважно, яких ми там, в які церкви ми ходимо, яких ми політичних взглядів, да, ми єдине ціле. А от зараз я бачу зовсім по-другому. Кожен гребе в своїй лодці, кожен хоче щось доказати. Опять ми повертаємося до історії, як на три чоловіка на один гетьман, да, і кожен хоче бути цим гетьманом. Зараз про це ми поговоримо більш детально вже в другій частині. Змушені йти на коротеньку рекламу. Залишайтесь на СК1, після продовжимо. Вечора всім, хто доєднався. Це відкрита студія, прямий ефір. І сьогодні ми говоримо про подвиг кіборгів. Рівно 5 років тому було знищено Донецький аеропорт. Кіборги, вони вистояли, не вистояв бетон. І сьогодні ми згадуємо ці події, проводимо аналоги. Що сьогодні відбувається, пан Сергій в першій частині говорив про те, що тоді дійсно ось такий патріотизм, ось ця згуртованість, об'єднання всіх заради однієї спільної цілі, однієї спільної мети, але, на жаль, сьогодні цього немає. Що ви мали на увазі? Мова йде про кіборгів. Взагалі, є сьогодні згуртованість усіх кіборгів? Ну, вона, в принципі, присутствує у нас десь внутрі. Ну, на сьогоднішній день практично всіх з'їла бытовуха, у кожного свої проблеми, сім'ї. Поэтому на сьогоднішній день, как бы так сказати, чтобы есть определенные там, ну, группы людей, которые могут собраться в любое время, да? А в основном каждый занимается своими делами и, ну, как самое страшное, что государство в первую очередь, когда люди пришли, оно не озадачило их какой-то работой, да? Нужно было им предоставить работу, да, и люди бы работали бы, и не было бы никаких вообще в обществе там каких-то суицидов и еще тому подобное. А на сегодняшний день, да, ну, как бы Министерство ветеранов должно заработать на 6-й год войны. Вот, и думаем, в первую очередь он будет справляться с тем, это то, что трудоустраивать нужно ребят. Потому что ребята поприходили, ну, мы еще там служили, у нас не такие сильно большие были зарплаты. Сейчас в армии зарплаты по сравнению на гражданке, не найдешь даже такую работу стабильную, с стабильным доходом. Поэтому, я думаю, если государство возьмет это на вооружение, будет трудоустраивать, то нормальные люди, они всегда найдут применение, найдут чем себя озадачить и обеспечить свою семью. Угу. Это самое главное. Коли ви повернулися з війни? В 15-му я був в сентябрі місяці. Угу. Як довго оговтувалися, як поверталися до життя на мирній території? Ну, во-первых, лечился год, на біржу сразу пошел. Потому что, в принципе, я лечился, я даже сразу на бирже сказал, что вы меня не привлекайте, я навряд ли куда-то меня кто-то возьмет. Вот, потому что, естественно, тогда и психологов не было, а реабилитация нужна была, так как, ну, показывали такие, ну, картинки для алкоголиков, я себя алкоголиком не считал. Вот. А, ну, по крайней мере, бросил пить, курить, потому что, ну, было заболевание серьезное, который лечил тоже прилично. Слава Богу, государство помогло с деньгами в лечении этого заболевания. Mm-hmm. Вот. Ну и также, слава Богу, что
встретил на своем пути владыку Никодима, который наставил, нашел ключи к моему сердцу, объяснил, что такое православная вера. Вы до войны были верующей людиной? Ну как, крестик носил, но так сказать, чтобы там, я даже молиться не умел, если честно. Вот. А уже в процессе начала лечения, есть у нас в Житомире оберег, владыка, икона Божьей Матери на Подоле находится, которая именно оберегает город Житомир. Раз в год делается крестный ход. Угу. Потому что в каком-то году там очень большая была чумка в городе. Врачи уже опустили руки, и только эта икона спасла людей. Поэтому перед ней владыка молился, я даже молиться не умел. Просто он говорит, что ты хочешь еще, скажи. Я говорю, бросить пить и курить. Вот четвертый год я показываю всем личным примером, своим подчиненным, что значит сила воли, а не значит, это просто определенный организм требования ставит там внутри, да, и человек на это ведется. Угу. Поэтому мы должны, как разумные существа, должны контролировать свои вкусы, свои и взгляды и тому подобное, угу. показывать пример, как нужно в этой жизни быть. Хотя бы, я уже не говорю для кого-то, а в первую очередь для себя. Після повернення додому ви сказали, що рік проходили фізичну, психологічну реабілітацію. Чим займалися далі? Далі були громадські організації. Зараз до сих пор я возглавляю. Возглавлял, зараз я вже координатор. Зараз поступив в Академію Держуправління, в цьому році заканчиваю. Хочу зв'язати своє направлення дальнейше в ветеранському движенні, але вже на держслужбі. Угу. Поэтому хочу... Аби зробити те, що залежне від вас, протяжении 6 лет, підтримка держави була більш відчутною для сьогоднішніх ветеранів. На протяжении 6 лет я видел то, что где недоработки есть государство, где есть недоработки в плане у нас ветеранов, что нужно... Ну, у каждого свое видение, поэтому нужно это... Хотя бы это то, что ты видишь, обговаривать с депутатским угу. корпусом, принимать решения, потому что наша область... По воинам она самая такая донорская, да, а в некоторые села в нашей стране льготы у некоторых атошников получше, чем у нас даже в городе у ребят, понимаете, поэтому, да и братья Житомир и другие города по социальному направлению, там более подход какой-то современный, можно так сказать, мы еще на уровне, у нас все правильно, у нас все по закону, поэтому у нас нет нарушений, у нас все хорошо в плане, но нет каких-то множеств, которые в дальнейшем будущем ветеран чувствовал, что он ветеран, да, что он всегда может где-то спотыкнуться, ему, как говорится, и соломки подселят, и подтолкнут, и возьмут под локти, направят в нужное направление. Вот поэтому сегодня есть единичные случаи, где что-то как-то можно помочь, но чтобы вот так масштабностью, то некоторые ребята даже на сегодняшний день, которые увольняются, они даже не знают, куда приходить и кого просить помощи. Угу. Потому что, ну, как бы все знают, там есть то первый кабинет в мэрии, в Житомире, в городской мэрии. День ветерана, обращайте, у нас есть. Есть и дом ветеранов, но даже и до дома ветеранов некоторые не доходят. Все сидят дома и ждут. Некоторые обиделись, да, добровольцы, которых сейчас только приравняли. У нас очень много людей, которые в ДАПа были с правого сектора, а у них была ОБД, вот это Житомирская область. Они не могли воспользоваться полностью всеми льготами, которые были, например, у ВСУшников, понимаете? Это только сейчас вот начало оно действовать. Но это самое обидное, что это на шестой год идет. Угу. Вот. Пане Михайле, чи можете ви підтвердити вище зазначене, повернулися з війни на Сході, і чи для вас розпочалася тут війна на мирній території за ваші власні права? Розкажіть, будь ласка, коли б ви звільнилися і чим займалися? Десь знайшли себе? Ну, скажімо так, після ранення я в 15-му році прийшов додому, я побув пару місяців тут, я не знайшов себе, я йшов другий раз. Угу. Опять же, в 95-му год побув. Ви пішли вдруге, тягнуло на війну? Да. Тобто я себе тут не видел. Угу. Ну, если честно сказать, вот даже ребята, которые были там, здесь, ну, не о чем разговаривать. С кем ты не разговариваешь, тебя никто не понимает, вообще не понимает. То есть, получается, как бы, ты на каком-то острове.
Ты одно говоришь, ну вот, к примеру, понятие такое, да, скажем, сидят вот люди, которые не были на войне, да, вот, вот там не хватает 100 гривен. Ты сидишь и думаешь, о чем ты говоришь, каких 100 гривен? 850 километров война идет, а ты здесь проблему рисуешь. Проблема там. Чем я столкнулся? Ну, скажем так, сейчас я нигде не работаю, я на пенсии по инвалидности, добивался сам. Вот и все. Никуда не обращался, все сам потихоньку, потихоньку, сам добивался, никто тебе не помогает. Куда не идешь, тебя просто футболят, начинают говорить умные фрази, как сейчас модно. А зверталися ось по тим там кабінетам, що пан Сергій називав, які в нас там в Житомирі функціонують, що є? Дом ветерана? Ну, 101-й кабінет, так він називав, службу держадміністрації. Ні, я нікуди не ходив. Один раз я пішов, я посмотрел на все это, не можу даже найти слово, як це назвати. Я розвернувся, ушел. Все, это не для мене. То есть, понимаете, я вам честно скажу, сейчас люди, которые прошли войну, я вам скажу так, уже люди забывают про тех людей, про 14-15 год. Уже, то есть, их не существует. Сейчас герои кто? Кто сейчас воюет. А про 14-15 год уже забыли. Так же самое в Афгане были, уже так же самое афганцы забывают. То есть, мы уже, если честно, вот в этой гражданской структуре мы уже второй сорт люди. На работу устроиться тяжело. Если ты еще инвалид войны, это вообще, можно сказать, невозможно. Не хочет брать на работу. Конечно. Хотя по моей специальности, как я работал водителем, вот я уже рассказывал Сергею, после 17-м году я второй раз уже пришел с войны. Я не пил 15 лет и не курил. А пришел в 17-м году, ну, я не буду, мне ничего стыдного нету, потому что каждый парень прошел это. Я запил. Сам реабилитацию сам проходил дома. Закрывался, пил коньяк, сам никуда не выходил месяц так. Потом взял себя в руки и начал. Мне некоторые парни подсказали, давай добивайся свою инвалидность. Кстати, если бы мне дали довідку про поранення 95-й бригады, я бы сделал бы операцию на зрение, и не было бы у меня группы, и было бы все нормально. Но не дали мне довідку про поранення в 15-м году, и госпиталь наш известный Житомирский госпиталь, мне коротко сказали, говорят, мы вас не будем лечить, мы вам не будем делать операцию, потому что у вас нет довідки про поранення. А операция стоила тогда 60, по-моему, или 80 тысяч. То есть, скажем, за счет армии мне не дали довідку про поранення, и я потерял зрение. Сейчас я на группе инвалидности. И через, скажем, 2-3 месяца я должен ложиться в госпиталь. То есть у меня идет, получается, слепота на оба глаза после контузии сильной. Ну, то все. Ну, посттравматичний синдром – це те, що кожен військовий з ним стикається. Треба вміти, не знаю, знайти сили, де шукати ось цю допомогу, щоб його пережити. Чи є у нас така, я не знаю, якась така, не те, що швидка допомога, яка… Я вам скажу одну. Правильно Сергій не раз вже говорив, да? Візьміть армію за границей. Чоловік, який приходить з війни, его ни в коем случае не допускают к родственникам в город. А берут что? Его берут, везут на реабилитацию. Там две недели или месяц. А у нас, понимаете, у нас даже списков нету, кто был на войне. О чем дальше можно говорить? О чем можно дальше говорить? Каждый час я должен быть список. Человек приехал с передовой, правильно? Правильно. Значит, есть организация «Спилка ветеранов войны», есть организация АТО. Пожалуйста, список передали в эти организации, взяли этих парней, завезли на реабилитацию. Все. Вот потому сейчас у нас война будет продолжаться после того, когда война закончится. Это сейчас не война. Война будет, когда война закончится, когда ребята придут оттуда. Сейчас вы видите, да, тот себя подорвал, тот жену убил, тот еще что-то. Ну, правильно, атошники? Вот когда война закончится, тогда будет война. Вот тогда будет война, реально. Шестой рік в країні у нас, де війна? Подождите, война или АТО?
ООС. Ми не оголошена війна. ООС. Почекайте, не оголошена війна. Спочатку її називали АТО, тепер називається ООС. Але ми все добре розуміємо, що і ви тим більше, що це насправді відбувається. Щодня чи не щодня ми отримуємо сумні звістки зі сходу, там чи загинули, чи неправильні отримали звістки, правильно? Що? Неправильні звістки. Чому неправильно? Ну, потому что, смотрите, никто вам цифру не будет говорить правду. Сколько двухсотых, сколько трехсотых. Вам правду никто не скажет. Але, принаймні, те, що отримуємо, це величезне білі гори. Ну, естественно. Сьогодні у нас в країні нова влада, новий президент, розпочалося розведення військ. Чи наближає це до завершення війни на Донбасі? Хочу запитати у вас, у людей, які бачили це пекло війни. Чи наближає? Коли і за яких умов може завершитися ця страшна війна? Знаете, я вам скажу одну фразу, может, после этой фразы, то, что много начнут там меня обсуждать, но это действительно правда. В 2014 году мы могли бы закончить войну. Да, в 2014. Да, в 2014 году мы могли бы закончить войну. Но... По крайней мере, дойти до границы России. Так точно. Но скажу в открытую. Были звонки с Киева стоять, не наступать, не открывать огонь. А нас... стреляли. Вот и все. О чем тут же говорить? Просто государство, которое, правительство, которое у власти, они раскусили, что за счет войны можно зарабатывать деньги. Знаете, есть пословица, кому война, кому мать родная. И все. А что зараз? Что можно наблизить? Сколько это еще тривати? Как вам сказать? У яким шлях це можна закінчити? Дипломатично? Здесь нужно садиться за стол переговоров. За стол переговоров. И находить, я понимаю, что парни гибнут, я все понимаю. Все мы были там, что парни гибнут. Но нужно находить компромисс. Я понимаю, что землю не надо отдавать. Все я прекрасно понимаю. Но если мы не найдем никакой компромисс, война будет дальше продлеваться. Будет как в Афгане, а может еще и больше. По собі, пане Сергію, хочу започати вашу думку. Ви зараз продовжуєте служити в Збройних силах, правильно? Ні, гражданський, але я являюсь воєнним переводчиком. Тобто, слідно, я працюю з вооруженими силами. З приводу завершення? З приводу завершення? Шостий рік Україні війна. Ну, смотрите, я би хотів вам сказати, вийти це чуть-чуть в другой момент, тому що ми можемо обсуждати це довго, предлагати различные варіанти. Якщо все-таки вернутися к этой темі, яку ви сьогодні подумали, я би хотів сказати, що от ці люди, да, от кіборги, які погибли, які стояли, я хочу, щоб це все-таки було символом для людей. Це були українські граждане. І українці розуміють, що в один із тяжелих моментов они также могут встать, и они также могут отстоять своих близких, свою землю. Потому что Украине еще мы выбрали демократический путь, и будет очень много вызовов, как и политических, как и внутри общества. Но главное не забывать, кто мы есть и на что мы способны. Те люди, мои друзья, они показали тогда, на что мы способны и что мы готовы делать ради своей страны. Спасибі, пане Сергію, але я хочу почути вашу думку з приводу розведення військ. Як кадрового, військового. Я можу пожелати тільки удачі нашому президенту в розведенні військ, тому що будь-який воєнний, він завжди в душі мечтає о мірі. Вот. Как процесс, конечно, компромисс однозначно должен быть. Я еще в интервью раньше говорил, что нужно садиться за стол на вашем канале переговоров. И как бы ни было тяжело нам, но надо, хотя это очень тяжело, переступить определенные там какие-то... Вот это хорошо, что я не буду договариваться, потому что я могу не переступить это, да. Поэтому, слава Богу, что есть политики, да, которые не видели войны, они могут как-то формально об этом говорить и договариваться между собой, потому что договариваться они, в принципе, с той стороны, с теми же людьми, которые также не воевали. Вот. Поэтому всегда у меня закрадывалось, что это война определенных олигархов. Начиналась она с этого. Оставили каждый свои интересы. И достоялись, и дошли до того, что вот такой напряженный конфликт. Такая получилась у нас огромная трагедия и война. Потому что чем дальше она затягивается, тем глубже у каждого
военнослужащего, который был там, она все равно делает большую рану. Она навряд ли когда-то заживет. Хотя как сжимать будем где-то кулаки и зубы, чтобы оно закончилось. Но однозначно ее нужно заканчивать, потому что для нас, как для государства и для будущих наших детей, я думаю, мы должны как-то другим путем. Так как демократия — это длинное такое понятие, никто не, как бы все знают, что это такое, но не знают, где оно началось и где оно заканчивается. Поэтому обсуждение по поводу этого, я лично от себя могу только сказать одно, что молю каждый раз и Бога, и всегда на службах я слышу только о том, что прекращение войны, и чтобы ребята больше не гибли. Но мы видим, что, ну, по крайней мере, на сегодняшний день все равно с нашей стороны люди погибают. Как бы мы этого и не хотели, и разъедение вроде бы на некоторых районах есть, но люди гибнут. Поэтому надо как-то перспективнее к этому подходить. Может, будет формат уже Минский, он себя исчерпал. Я думаю, уже более высокий формат будет. Нужно приходить, разговаривать на этот формат. Брать, конечно, тяжело на себя ответственность какую-то там, но, по крайней мере, надо что-то делать. Да, будут, может быть, ошибки, но хотелось бы, чтобы быстрее это все закончилось. Вот все. Пане Сергію, сьогодні ми так детально говоримо про подвиг кіборгів, згадуємо тих героїв. Що б от сьогодні, от зараз у прямому ефірі, ви б хотіли сказати своїм побратимам, які дивляться, і що б ви сказали людям, просто пересічним людям, які тут сьогодні живуть у нас тут на мирній території, які про війну, ну, знають лише там, не знаю, з кіно, особисто вчора сама вкотре переглянула фільм «Кіборги», але зрозуміло, що це лише такий незначний відсоток того, що насправді там відбувалося. Я хотів би в примір привести всім людям героя України Ігоря Броневицького, пулеметчика самого взвода. Во-первых, это человек, у него такие качества были характера, которые даже в плену, он как вот был такой, он вот такой и остался. Он доказывал то, какой он есть. Мы многих людей знаем, которые меняются. Это нормальное явление здесь. Это, но вот именно такой проявить героизм и стойкость на те увечья, которые ему нанесли, вот, и со слов ребят, которые в плену был, я слышал об этом. Ну, многие, я сейчас вообще отматываю все обратно и смотрю, уже не наши. Да, я наши уже все комментарии видел, уже ставлю из позиции со стороны, с той стороны, как они снимали видео именно в эти дни, что происходило. И я понимал, ну, как, конечно, когда ты уже все знаешь, можно было как-то по-другому повести себя, что-то сделать. Но вот, тогда было. В то время было как-то вот, я просто, не знаю, как-то волею судьбы, может, и благодарен тому, и может, это и рок какой-то, может, это какое-то мне и испытание в жизни, что я был знаком с такими людьми, как Игорь Броневицкий, Яцина, Женя, Марченко Иван, Мусиенко Олег. Это четыре человека с моего взвода, которые непосредственно, вот три погибло в аэропорту, и уже Игоря Броневицкого застрелил Моторола. Вот. Примером, люди все были разные, все в разных возрастных категориях, да, там, у каждого, у кого семья была, кто еще не видел, у Игоря вообще не было даже, и детей, и жены тоже как-то, но у каждого проходило по-разному, поэтому все наши, некоторые люди смотрят, да, думают, как это так среди нас. Я даже когда-то в детстве, ну, читал эти книги про героев-пионеров, да, думал, вот как они воевали. Вот это. И никогда я не думал, а в Советском Союзе была машина сильная, идеологическая. Каждый мальчик хотел быть военным. Это все мы губы надували, эти палки стреляли. Но никогда не думал, что я в такие события попаду. Именно уже в 21 веке все говорили, да? И вот такие произошли события. Поэтому я лично от себя никогда не забуду их. И детям буду передавать, и рассказывать, и в книгах об этом, слава Богу, люди пишут.
все то, что ты чувствуешь, все как там все происходило. Поэтому сейчас не меньше этих героев среди нас ходят. Ребята, те, которые могут рассказывать, те, которые стесняются об этом говорить. Но чем больше мы об этом будем говорить и ставить их в пример в первую очередь, я думаю, общество даже как-то в эту сторону будет меняться в лучшую. Спасибі. Дякую вам. Пане Михайле, буквально на завершення 242 дні тривала оборона. Завдяки. Ми просто вже не встигли, але ми добре знаємо, в яких умовах там перебували ви, наші воїни. Завдяки кому і чому передусім вдалося вистояти? Скажімо так. Дуже коротко. Прошу вас. Завдяки волонтерам. Завдяки волонтерам. Завдяки волонтерам, а внутрішні? Внутрішні ваші переконання? Люди, які збирали це все. И волонтеры привозили. Это да. Благодаря волонтерам, благодаря то, что люди собирали и привозили нам туда и одежку, и покушать. Благодаря волонтерам и гражданским людям. Если бы не эти люди и не волонтеры, которые туда привозили, я не знаю, что с нами будет. В первую очередь, мы не хотели то, что было там, мы не хотели видеть это здесь. Да. И наостанок, пане Сергею, ваше завершальное слово. Дуже коротко, до глядачей. Ну, я бы хотел сказать, как говорил один известный генерал, что солдат на поле боя, он не сражается за свой флаг, он не сражается за свою страну, он не сражается за свою мать, он сражается за того, кто справа, и за того, кто слева. То есть благодаря тем людям, которые были со мной, и тем героям. Спасибо. Я щиро вам дякую за те, що ви у нас такі є. Щиро дякую всім кіборгам, всім нашим захисникам. Міцного вам здоров'я, людського щастя і миру нам усім. До зустрічі на СКАУТи. Дякую. Героям слава, хлопці, молодці.